Я веселая, добрая. Я бы не хотела, чтобы ко мне пришла туша 150 килограмм. Общительная. Нежная. Да, сметана. Давай так красиво. Люди, прекратите. Пицца с ананасами, это нормально? Сжечь ее! Сжечь ведьму! Умри! Кстати, а кто другие жители? Знакомьтесь. Это Степан. Отправили меня жарить шашлык, ошибка. Отправили меня жарить шашлык бухим, фатальная ошибка. Джеймс Мэй в фильме «Локдаун». Эй! Эй, you can't park there! You can't park there! Встаем за лупа, встаем за лупа, встаем за лупа! Я пердоле, парчи со спускаем. Бубр, курва! Я пердол, який бидле! Бобер! What's up, fam? Come on, come on, come on. Feel that? Emily George. Nice to meet you. Ай, Мигель! Мигель! Вызывай любовь, а кто хочет со мной драться, проходите здесь. Мне без разницы. Вес какой? 17. 17 килограмм. То есть Хасбек Абдурозик пока. Вес, брат, не возле. 17 килограмм. Твою мать, за 40 гривен штаны, блин. Я развиваюсь или нет? А ну, я развиваюсь. Блять. О нет! О нет! Я же развивался! Меня зовут Трейси Стейплтон. Я много трачу. А я Кевин, ее муж. Я много работаю. Его авторитет был огромен. Вся питерская братва обращалась к нему не иначе, как на «вы», уважительно называя Степаныч. Рокс! Господи помилуй. Боже, я думал, ты хвораешь. Я вылечился. Чё нахуй? Почему каждому человеку нужно завести хотя бы одну многоножку? Во-первых, многоножки снимают стресс. У меня нет проблем, кроме моей башки. Пидорасина! Иди сюда, говноед! Наехал, что ли, мудила тряпочная? Залупа конская! Хуесос ебучий! Подари мне iPhone 13, пожалуйста. Очередная швабра. Видите, трубка на ручке. Как мы ее бросать будем, как думаете? Добросим, как обычно. А я собираюсь переснять «Темного рыцаря» в жанре мюзикл. Я слышу каждый твой шаг, ведь я летучая пыль. А ну-ка, кошелек! Я поймал много... Что дальше? Что дальше? Хрупкая женщина! А вы знали, что будет, если вы будете заниматься на турнике каждый день в течение 30 дней? У вас настолько будут большие мозоли, что вы не сможете больше дрочить.
Да, соглашусь с вами, что с мячом мы неудачно работали. Ну и второй тайм, большую часть из которого как раз-таки вы отдали мяч сборной Казахстана. Да мы не отдали, они сами забрали, правильно сделали. Я очень люблю работать. Я готова работать без выходных. 24 на 7, 7 дней в неделю. Я не хочу работать. Хочу весь день стучать по кружке. Рада всех приветствовать на моем бесплатном обучении за 2000 рублей. Я расскажу вам, как стать миллиардером. Кстати, Хомяк проходит этот курс уже второй раз. Поищем тебе парня на БАДу. Как тебе? Борода. Старикан. Лысый. То, что надо. Ты что делаешь, мужик? Да, мужик, сорян. Optimum Pride, though. Hi, you know you've got to say hello. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Я наполовину мужчина. Чего ты только что сказала? Красота-то какая, лепота. Турецкая корова. А почему у них коровы есть? Они же не кушают свинину. Блядь, какая комиссия, там деньги уже делят, нахуй, блядь, ёбаный в рот. Я оставил тут бельё, а оно пропало. А ведь я нарисовал на нём цветочек. Так это оно. Он обмотался кольцонами. Ладно, начнём операцию поймать президента. Ну чё, родной рот, погнали нахуй! Сегодня брату в школе дали вот такую вот прикольную закладку с семенами деревьев. Всем достались нормальные деревья, а моему, как обычно, пинус нигра. Какой-то полурак, полухуй. Сейчас смотрю, блядь, ебать, копать. И клешни, и эта хуйня, я ебал. Ебать, он живой еще, смотри. О, курва. Энджива хайка ван даке. Ие нанте ю ине ва иранай. Куда я, блядь, попал? Когда говорит старший, ты пидорас должен слушать. Ты... Вот ты вообще кто такой, чтоб мои нервы беспокоить, а? Кефир! Vamos fazer uma avaliação aí. Volkswagen, das Auto. I'm smarter. I am better. I don't think so. Казаки в Казахстане начали петицию какую-то собирать. Не казаки, типа... а казахи. У нас челюсть не так устроена, пожалуйста. Что случилось?
День села в три ночи решили отметить. Что, нападают на нас? Кто? Да я ебу, что ли, смотрела на вышке, крикнул, что нападает, а потом ему бутылка в ебальник прилетела. Ебанумба! Не кури, не влюбляйся, не пей вина. На лбу себе высеки. Жизнь дана для того, чтоб драться в парке с деревьями. Women. Ты бы когда-нибудь мужчину ухаживал? Бро делал массаж, но это чисто так. По-бро, как бро. Приятное, релаксирующее воздействие массажа вы можете испытать где угодно. Не забудьте поставить лайк. Спасибо за просмотр и удачи вам!